Рэш, активнее бейте. Разбежались. Сбежали, сбежали, сбежались. Чё стоите так долго? Разбежались. Все, стоп ОУЕ, подождите, стоп ОУЕ, дайте вывеск. Перебежали на другую сторону. АТД добиваем. У босса много в этих, здоров. Разбежались после того. Сбегайтесь, брат. Все. Отойдите от портала подальше. Сейчас его взрывать будет. Панзер сдох. Людейское сокрушителя нахуй. Да ладно. Не пойдет, Панзер упал и танк. Танк умер. 250 хила. Кроме Панзера. Пиздец. Падать? Да. А че его сокрушитель убил? Я не
не знаю, кто его сокрушитель убил. Типа идет урон по 2500 там в среднем, и потом плюха на 34 заезжает. Сокрушитель большой тебя убил. Ты его хилом сорвал, походу. Мои два сокрушителя были под боссом. Нет, один большой пошел и убил его, и... Да, может, даже написано сокрушитель его ударил. Че, может, печат третьего тогда танка? Да, сокрушитель его подошел, ударил ему 28к. Ты шотнул его. Он с тебя хилом сорвал, получается. Мои два сокрушителя были у меня. Ну откуда он, с неба что ли упал на него? Где он? Кстати, стоял, я тоже видел, что там двое стояло у него. Я просто бью их постоянно. И видел то, что двое стоял. Не знаю, как он умер. Ты видел, где он стоял? Я в куче стоял. Он в куче стоял? Ну, он в куче стоял. Мои два сокрушителя были у меня. Стояли на центре. Те, которые мобы были у меня, не могли его убить вообще, блядь. Моб не может достать середину. Тот, который ходил, тоже его убить не мог. Там вышел третий и пошел к нам в толпу. Чего было три сокрушителя? Один за Фарида водили, два стояло под боссом. Какой нахер еще? Войд повел к порталу, у тебя двое, вышел еще один и пошел в рейд. Вот он и поубивал. Так, этот, давайте бафу, дай проверку. Тимыч, спекайся в танка, больших по танчу. Танк. Такой наполовину ДД танк. Что они там так, сильно... мне кого, говоришь, надо будет? Больших мобов. Ой, их просто, короче, как в тот раз в центре держать, да? Да, там вышел еще один третий из портала. Ты его не знал, пианист. Йена, старик. Я тут. По стриму смотришь? Старик. Я альтую эти моменты. Там же Старик много стал. ХП, наверное, не надо, да, ведь? Много надо. Рога бей, трэш, уже не надо. Ну, 65 косарей хватит, просто думаю, в ДД-шмоте остается. Так, кстати, себе легко тоже можешь начислить. Тимыч, сделай нормального танка, блять, это нормальный, серьезный. Я разберусь, кому и что начистить. А Рога что? Но если ты сушить... не поймал большого моба. Так же два танка. Рога не бил сокрушителя. Ну, это ты захотел в два танка. Я захотел, у нас не было третьего танка. Ну, просто в смысле нет, Афоня тут. Сова третий будет? Танк. А зачем тебе сова? Сова, ты чё? Сова тут. Я нам сова, блядь. Зачем? Для чего? Объясни. Во-первых, это, блядь, БР, Иннер и тому подобное. Афоня не сможет мешки, блядь. На второй давать. Фазе он также может и БР дать, и Иннер дать. На ласт фазе. На ласт фазе то же самое. И БР, и Иннер может. А офигенно, когда на нем трэш будет, блядь, он будет и БР давать, и все. В смысле, а Войд у тебя чем будет заниматься? Войд будет косты бить. Дин, я и так на третьей фазе, блядь, выживаю один из немногих. Бегаю и бью эти гребаные пилоты. Да просто больше парочку. Типа, то есть как другие косячат, окей, да? А то, что ты пошел два танка и моба не словил, да?
Это норм. Это мое решение было, что я пошел два танка. И наоборот, легче рейду делаю, что мы идем два танка. Чтобы больше ДПС было поджайно. Если это не устраивает, то окей, мы сейчас три танка, блять, ебиньте больше ДПС. Я просто больше ДД будет бить на этих крушителей. Ну типа, ебиньте больше ДПС, сейчас мы в три танка как положено. Вот, видишь, минус один. Да как так-то? Сразу с пула. Чародейские стрелы. Ну, три танка. Я предупреждал по поводу босса. Босса не бить. С пула. Потому что агро у меня слабо. Давай я БР, ну, чтобы быстрее БР откатил. Шторм разбежались. Вообще не понимаю, зачем здесь надо бить с пула босса. Не стаки набивают. Мобы есть для набития стаков. Первый моб появляется практически сразу. Который вот надо сливать. Заливайте, заливайте быстрее. Пизды даю. Мобу водить. Босс легчайший, ребят. Большого не тупите. Агро сильно не рвите. Центральных мобов надо больше убивать. Давай я тоже переключить буду. Истебилка разбежали. Шторм. Смешки мелких затаводите, милики? Да вы вместе в... Пошел, заберите, пожалуйста, там. С ханта. Все, перебежали, милики, на пустой. Крестик заберите. Никита, споводи его еще. РДД бьем, чердейка. Крестик добивай. Любого, кроме крестика, забирай. Короче, Войд долагает. Разбежались, что... Мелких с медведя заберите. Тимыч, ты их там не стакай. Бьёшь только больших, мелких не трогаешь. Так я и только и больших. Размахом их забирает. Не махай. Все, Сталин, собрали. Стабилка.
Надо свечнуть. Боба, забери. Его просто шот. Ну да, подошел. Ну, да. Шторм, шторм. Разошлись. Давайте, да. Сейчас после шторма. Кто там у нас? Фрэнсис, давай. И бафы обновится сразу. Подвучик, встань. Подвучик, это подвучик. А кто вот где вот? Практически перед порталом. Лапку дайте. Все, разбежай. Ставьте сейчас сокрушитель. РДД свечнули, сокрушить. Остальных все, держи там в центре. Тимыч вообще всех собирает, кто там появляется. Это кнопочка и прожмись. Все, встали по меткам. Кстати, есть? Есть у меня, есть. Шай. Нажми ли кнопочку? Все, мочим. Как назвать дебила, который встает? Чем ты встал на той фазе? Учи. Вынесли мед. Умность тупая. Запас. Лёш, мне как тоже с вами таунтить? Да. В трусах осторожно сзади мет не наступить. Ну чё сзади? Лёш, жена ноженька. Всё, понятно. Фанзер. Женек, ну. Дальше выносите метки, нахуя вы так близко идиот выносите? Выбежали, выбежали, выбежали. Блять, у нас. Хорош. Все дефы отдаем, которые есть. Иначе будет больно. Минус 3. Минералы голыбы не было. Я в шоке. Харзи снова сдох. Метки. Тиммейч по Харзи с УБР. Мозор. На трусах стоит. Соберите. Рэнджи попросил. Лучи. Не думай, что Харзи с ОБР подойти, дай. Сейчас бы. Найти не могу, потому что не показывал. Нет. Кончик. Блять, еще и поломан. Говорил же, починись, блять. Не могу прожать, Лех, почему-то. И 4 хила хилим. Желан, смещаешься в трусы. Давай тогда по тупости. Трусы заебись. Вроде бы должно. Вообще, Мишка, заебись поставил. Блин, блядь, трусы хватит так выносить хуёво. Трусах там дрожал. Давайте сейвы. Ту, блядь. Опять точки не было? Не было. Я по Херсису дал бы. Да хватит так выносить метки, блядь. Бесит.
именно. Теоры, подойдите к Саве справа. Бухарь 17 тысяч хп, блядь, нахуй вырели. Чувство поставьте, может, починил. Каску приставал что-нибудь дай. Инор, харсис, пролейте, умности, Инор. Совет дадите. Заберите. Ключи. Кого Дживс есть? Поставьте трусак Дживс. Кто там? Запаска на костовой? Сейчас тебя заденет дебафом. Поползет. Три хила бегу. Кто у нас везде? Харзис, иди почини сейчас после этого. На умности добав. Хит Вилдона. 5 стаков. Тращит. Да. Да ебал, кто в трусах-то хуёв выносит, а? В крайний раз, Мишка. Какой из медведей в трусах стоит, скажите, из дроидов? На F. Фрэнзи. Лёш, давай прыгнем и начнём заново. Вами. Не, Даша. Смотрим дальше, кто посещает. Чтобы я мог сразу кипнуть в гильдию. Не ебать всё можно. Фрэнзи. А нахрена ты выбежал из... Фрэнзик, ты дамажить вообще будешь сегодня пройти или... Блять, еще в трусах кто-то прям насрал. Ну ебаный рот. Кто в трусах-то срал прям в точку? Кто в трусах-то ничего? Сука, слакер какой-то в трусах. Да тот же самый. Красивая фоня. Да больше все похуй было. Мы с тобой выбежали, блядь. Тысячу начисто, что ли? И Харзи. Фрэнзику и Харзи тысячу. Если они до сих пор не врубаются, то... А фоня, знаешь, что самое забавное? Что это была вторая митка, которую я в соло практически закрываю. Именно на этом пуле. Всем было похуй, что метка не закрывает. Да, Вервольф тоже в соло закрывал. Фрэнзи, где урон по Джайне вообще? Но он не бьет. Но медведь бьет. Ты чё не бьешь Джайну вообще? Вервольф, а ты в трусах-то сдох? Нет, я в печеньке стою. Я сдох перед печенькой. Лен, на будущее. Когда разливаешь лужу перед тем, как они пойдут, надо не в сторону Джайны бежать, а в сторону метки. Тогда ты ее не цепляешь. Буря. Это просто я понял, каким образом ты эти ловишь. Чё с реакцией, ребят? Дискорд я успеваю быстрее проносить, чем вы соображаете. Метки. Ну опять метки. Так метки нельзя ставить прям рядом, они убивают хуян. Луч. Пизда вам. Я тоже лучше. В меня даже в пета ушел луч, хоть и под боссом был. Да, не знаю.
Вот, Фрэнзи, как тебя в рейды брать? Если ты даже по тактике не врубаешься, уже какой пул, блядь? Бля, я тут первый раз, блядь. Какая нахуй разница, какой тут раз? Артемия с Нурхлетом пришли первый раз. С первого раза, блядь, не сдохли ни на одной фазе, ничего врубили с первого раза. Первого пула. Тут какой уже пул идет? Четвертый, блядь, да. Ты даже босса, блядь, не бьешь. Толку от тебя здесь ноль, блядь, вообще. Бегаешь, блядь, просто и этот, и вайпаешь людей, блядь. Там сейчас кислород псов затащит, смотри. Да, значит. Еще фаталити не все смерти показывают, я не могу понять. Да умрите вы быстрее уже. Удачи здесь, в Дискорде. Запаска, зачем ты бегаешь? Умри уже. Мозг его. Короче, на следующей неделе, если не наблюдают все на РТА в рейдах, значит, чекаем тебя съедете. На ДВшном РТА. Тебя брали для ДВ рейд. Потому что ты сегодня сидишь в онлайне, блядь. А в рейд что-то тебя нету. Я написал в гильдии, что он тут. Ты спустя как тебе написали? Напишите сейчас Фредди, кому чего непонятно. Фредди ставлю. Что делать с меткой? Напишите, что они все были, которые те, которые убивали его. Ой, да. Починить не сразу перед пулом. Просто три человека новых, четыре, которые, блядь, порют. Причем нихуево так порют. Если мы говорим нет, смотрите свой дебаф и убегайте нахрен подальше на краешек. Нахрен подальше, это вот смотрите сейчас вот на звездочку, например, и на трусы. Вот между звездочкой и трусами вам нужно ссать на краешек и там разлить. Либо бахнуть. И потом вернуться обратно в вашу метку. Все. Кричим метки, смотрим ваши дебафы. Для хилов я отдельно анонш, потому что они сидят и долбятся в свой... Ставлю хлебу, рясайтесь. Последний пол... На кону 5000 ГП. Кто за топит? Пятеров. Я вот видел, ты... Вне зависимости где. Купол, блядь, первая фаза. Вообще похуй. На Джайнуку добьешь? На первого затопившегося. Если, блядь, затопил человек, сразу. Вайп. Пятерку начисляем и расходимся. Если хоть один человек сдохнет до ласт фазы. Если Джайну сейчас бить, она кидает дебаф, что ли, вот этот землю, что, я не могу понять. Если по чьей-то вине вы сдохнете, то по тому человеку, по чьей вине вы сдохнете. Какую землю, ты чё? Ну, дебаф на 100% урон от это магии. Это если ты в лужу зашел. В лужу нет. Зашел, получил дебаф, да. Да-да-да. Это верно. Я один раз поймал дебаф. Который вот взрывной, вот ты выносишь бил, метку, да. Огнёк, который, если ты в него заходишь, ты получаешь дебаф. Ты послушай, что я тебе говорю. Не то, что ты мне, я знаю то, что ты мне говоришь. Я бил Джайну, когда к ней шла лужа, у неё не было лужи, я поймал дебаф. На вот этой фазе, ну, на вот этом трае. Но когда они ползут, они тоже на тебя дебаф вешают. Не было под ним лужи. Где соображение закончилось. Если вы что-то не понимаете, это лично ваша проблема. Было уделено на Джайну 2 недели. Практически каждый день ходили люди, троили Джайну. Что вы пишете первый раз, это уже сугубо ваши проблемы. Я не знаю, где вы были 2 недели, когда все троили Джайну. Если вы не ходили на РТ, удачи. Да и Джайну мы там убили, там, блядь, как-то... Кособоко.
По крайней мере, там тактики можно было выучить. В 5 тел добивали. Давайте убьем. Ебать, 5К равносильно кику, ебать, я хуй знаю. Можно просто тогда не 5К, а просто кик с гильдии. Нахуй он нужен вообще, ему человеку неинтересно будет. Ливнуть можно. Зато прикинь, когда будет срез, сколько ГП ты срежешь? 1500 где-то он срежет всего. Ну пару этих. Там всего. За 3-4 недели сливать. Так будет интереснее. Намного интереснее. Это месяц без прилога. Как говорится, играем в рулетку. Ебать, что-то мне с этой в Долоране больше нравится в рулетку играть, чем с тобой. Там ты хоть всегда выигрываешь, да? Там хоть что-то да имеешь, а просто здесь... Кто последний останется в живых, тому это... 1000 ЕП начислю сверху. Ой, нихуя! 5000 ЕП и 1000 ЕП, ебать ты! Не знаю, за ЕП можно... Это последний пол. Кто в живых останется? Последний. 1000 ЕП. Чё-то ты за ЕП вообще чё-то... Лучше ГП списать, чем 1000 ЕП. Жадненький. Это вот, знаешь, вот на последний человек 10 останется, на кого-нибудь кинут диван, и он получает ЕП халяву. 5000 за диван. Давайте просто соберёмся и всё. Я имею в виду, те, кто после первого купола в живых останутся, все могут получить по 1000 ЕП. Мне похуй, мне похуй, у меня перерождение есть. Отличный план, все умирают, стоишь крестом. Вася, вдруг до этого сдох, до купола. Соберемся и все. На ваш страх и риск. У меня два варианта, два плюса. Первый — это перерождение, и второй — я Кирсу под ножку поставлю, мне похуй. Не получится, я и так в упор к лезвиям бегаю. Если метеор не закрывается возле метки, значит вся метка получает по пятёре. Чтобы так, почестнее немножко было. А если милики закрывают в центре? Даю проверку. Придется миликом убегать к своему. Хорошо, что я в метке с пианистом. Да мне похуй, мне типа вообще отсюда нихуя не надо, ну вообще с рейдов нихуя не надо на декады. Поехали. Да, минус Е. Так я что смотрите за Авро на первой фазе, когда мобов бьете. Теренаску проебал, еще 5000 ГП и все, и вов, до свидания нахуй. Рулеточка такая хорошая, так что... Вот Женуэн, Женуэн, сука ебаная, в обмен Теренаску кидает. Такой треск револьвера так. Это как зайти с Леной и покидать день и пояс с профавами. Если после первого купола выживет 23 человека с рейда, будет 23 человека с рейда живых, все ГП за сегодняшний день. Ну про это можно забыть сразу. Не фантазируйте, да? Так что 23 человека после первого купола должны быть живы. Если хотите, чтобы все ГПшка за сегодняшний день снялась. Короче, похуй на дамаг, я хилю. Тебя. Ну конечно себя, не тебя же, блядь. Запухните. Да блядь. Афоня, анонсишь без ДБМ. Замедло. Смотри на этот, на шторм. ДБМ. Нормально.
Мне просто интересно, куда Ленин Лукашко уйдет? На приста, на шама? На кого-то одного? Ленин, блин, считает на шапешку. Разбежались. Разбежались. Чтобы шторм. Сбежались. Сектор приз на барабане. РДД в моба. Можете 0 шторм, а то отрубился, ДБМ, короче, не показывает. Нормально все. Я сижу. После этой нестабилки убегаем. Шторм 5. Подвигаемся. Под нестабилка. Шторм. Забегаемся. Тимыч, там пиздец огрю у тебя. Пизду, можно я не буду бить? Он заебал. Можно большого. Не убейте. Стоп урон, стоп урон. За Джайна зайди. Перебегайте. Будет завис, у меня этот моб только вот сейчас подошел в портал. Геркает, запахло. Видео есть, если что. Отвис? Нет. Ну вот стаунтил сейчас моба. Нормально, нормально. Не вид, не повис. Разбегаемся. Шторм. Забегаемся. Наш партия. Все, бедя пошло. Подвиж шторм. Подбежались. Шторм.
Подводчик, сбежали. Подводчик. Лес, сбегайтесь и до хера урона потрешу дайте. Все, разбегайтесь. Можно заливать. Трэш все равно мелкий, бейте, побивайте. Улики мелкие собирать на себя, отойдите. Давайте сбежимся в одном месте. Вон, давайте в печеньку. Всех убьем мелких. Сейчас кнопку. Не забудьте нажать. Нажимаем. За кустами смотрим. Лучи. Метки. Френзик и пончик. Подальше. Панзер. Теория. Закрыли. Пончик. Все, берите. Лучи. Нет. Жена на тупость. Понял. Справа печень. Боссы идут. Женек. Захилю Андрей. Двой, да. На мне дебаф. Босова. Должны. Мистер Аур дайте. ПДФ. Лапс. Очень. Нет. Теорит, я не могу закрыть. Нет, его не Войд захил. Блять. Ничего, ары. В глыбу. 6, так, 7. Кто дебафкает? Боссы идут. Тупочку нажмешь. Нет, нет, там кто-то еще поймал глыбу. Ой. Прожметесь, мастер аур не забудь. Ага. Прожали. Учи сразу будут. Сразу. Нет. Женек. Мозер. Звездочка. Один закрыл. Все метки наносили. Очень. Труса. Три человека метки выносили. Не могли. Память. Нет. Станешься. Заберите. Открой мне. Войда. Дайте баф. Лучи, по шаманам баф одну.
метки. И пончик адмирал. Френзик. Боссы идут. Давайте быстрее 4 лям. Где прохил, блядь? Шумлен. Кто там, не пончик? 2 лям. Миллион. Где мы... Тебя по мне, БР. Прохил. Ничего разыгрывать. Не будет. Так у меня есть БР. Я же уже дал. Нет, Женуэна, дашь второй. Твой пистолет. Маги бафы дадите, пожалуйста. Так, осталось. Я тебе сейчас дам. Баф обновите по мне обязательно. Каску, кулак, блядь, все бафы. Смотрим за костами. Вот все-таки она по себе. Буря. Понесли. Буря. Также вниз. Налет, метки. Налет, ауру поставьте, тотем, чаман. Метки быстрее разбиваю. Буря. Жнуэн, реагируй ты быстрее. Буря. Что там по Ере? Натиск, отошли, блядь. Yeah. Тимыч, встань в квадрат, блядь. И так в квадрат. Не в трусы, а в квадрат. Буря. Буря. Гера. Пуч. Пиздец висит. Метки. На край быстрее с метки. Пошли разбивать метки. Вот, отойди. Все пошли разбивать метки. Че там до купола? 8 секунд. 8, 10 секунд. Буря. Готовимся к куполу. Чем нужно выжить? Купол. За пару шагу сделать. Пиздец. Аккуратно бегаем. Япончик, не отделяйся. Фьер главное не ловить. Ну хуйня. Вместе собираемся. Бежим. Главное эфир, блядь, не ловить. Френдик БР есть? Да. Ну, я лежу, правда, мертвый. Но БР есть. Вместе бежим. Аккуратно. Если у вас соброд кончается, выпейте. Косты и лемы сейчас не забываем.
Поехали по кустам Алиама. Это Тафоня, Бэйр Френдика. Френдик, поднимай руку. Пиздец, виски. О, виски. Натиск, натиск, отошли. Встали. Френдик, не вставай, не вставай. Я вжал. Френдик, уйди оттуда, это трусы. Метка. Два натиска пойму. Метки, 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 один. Метки. Минус одна метка, 4 метки надо будет разбить. Метки разбивайте, дайте гем. Натиск, натиск, натиск. Натиск, главное не ловить. Мне по боссу организованного. Прохил меня. Сты не забывайте бить. Натиск. Главное не ловить натиск. Просты пьем. Проблема. Луч. Блять, хуёво бить. Нормальный, прохил меня только. Держите, держите, держите. Косты дальше бьем. По умности, Инар. Где у Фендика? Инара закиньте. Да. Метка. Метки. Сливаем быстро метки. Все сейвы, которые есть. Мастер Аурна льет. Быстро слили. Приз, дав мне хп, пожалуйста, мало хп, блять, сдох. Метки. Метки, метки. Косты не забываем сбивать. Стоит он сбоку, блять. Уйти. Живите, живите, отойдите, блять, от меток. Я бегим на хп. Давай, давай, давай. Могу спокойствие поражать. Спокойствие жми, все жмите, блять, что есть. Котлемов. Косты, косты, косты. Косты сбивайте обязательно. Купол 20 секунд. Натиск, отошли. Натиск. После натиска куп... будет купол. Лиляма, давайте. Выжите на куполе, убьем. Даже меньше. Валя. Купол. Все, на куполе главное, блять, переживите купол. Фир главное не ловить, и все будет нормально. Главное не ловить фир. Аккуратно, аккуратно. Хан, давай, тебя жду. Бэр есть? Сейчас. Никитос, живи там. Ходку дайте. Нормально. Фоня рядом, кинь ходку на Никитоса. И ты в сове. Если получится. Не. Главное живить. Никитос, хоть что-нибудь дайте ему. Да он на фоне в сове бежит, пускай ходку кинет в сове. Кто-то кинул. Сейчас быстро все по боссу РДД зоны. Сыграли, можете трэш не бить, типа трэш заберите танки на себе и все. Разделите там наполовину. Трэшучок. Да, войско дашь. Смотрите за костами. Сейчас, если у меня кританет, у меня не кританул. Все.
Все, забирай, давай войско. Все побольше. Валяма. Веру дайте попавшим. Там вера есть. Точно веру. Его еще с пустом. За плохо там попавшим, потому не видно. 1.5%. Процент. Убили. Убили, убили. Великая победа, Арм. Ну, даже не в каст. Ластра. Так, Леша, твой главный вопрос, который я задавал. Кому 5 тысяч ГП решает, да? Конечно. А вот смотри, смотри, вот вы говорите ГП, да? Я косты бил, всю хуйню пережил, в кресте сдох, глыбу не разбили. Схуяли мне ЭП не должно быть, объясните. Но у меня такая же хуйня, сейчас толпа бежит вперед, сломя голову. Не, ну старику двушку можно. ГП. Да, да, на них похуй. А там натиск теперь... даты и трэш нихуя не... А, ну, смотри, а, где трэш. Мой труп, во-первых. Мой труп в кресте, натиск меня хуй достанет. Кидайте нахуй, кто сколько костов бил. И сдох я на втором куполе. У тебя 8 костов сбито, больше всех. Ну, так что сосите ноги, называется. Мне тоже епай, мне похуй. Да не, я костов не успел сбить. Я в глыбе 2 раза простоял, 2 раза сдох, хоть и в метке. Епай не будет. Похуй. То, что вы там, блядь, глыбы не можете сбить, это не моя проблема. Епай не будет, не, нет. Похуй на епай, главное ГП с ними. Так, стоп, флут. Кстати, насчет ГП 250. Можно, я сносил. Тихо, флут офнит, и кисло забираешь. Там я лут. Снимите павших. Чего вы бегаете? Да ладно, блять, книга. Паша, это блядь, просто лут ганит. Стал? Просто идите нахер, кастера. Павших поднимите. Так, нормально. Ты по всей магии выжили. Сюда лук. Я поснимаю ГПшку сразу за Джайну всем. Подождите. Вот это стоило того. Можете отменить потом. ГПшку. Я дал пару шмоток, если заберу туда. Леха, я выжил от начала до конца. Можно мне за это 250 убрать за лича? Всем ГПшка уберется за Джайну. А за лича, то, что ты на вальке наебашу, тоже сними, пожалуйста. Не, за лича. А там, я, типа, я от начала до конца выжил. Все, сняла. Лич это другой босс. Бля, Лен, за... как я тебя обожаю. Ты, блядь, мне и ИП сняла, и ГП нахуй. Вообще красава нахуй. Че, рот? Я че был нахуй, че не было, блядь? Че, никому на майнспект лечи не надо? Лен, все хуячишь мне прям, вот от души прям, не забуду. Так на лоф роль сучами. Вот, на лоф. Может, пароль на лоф спек тогда тоже. Я паролила на лоф. Еще раз нажимаете, только на лоф спек. На мейн спек никто не ролил. Мисклик. Так, ты мне можешь 500 ЕП вернешь за лича или сейчас! У вас сейчас это, блядь, хуйчу вернёт. Ты сам себя можешь начистить, блядь. Да тихо вы, блядь. Так, получается... 89 Евка выиграл. А, Евка. Мисклик. Тогда следующие. Ну не тяни, Лёха. Да, блядь, получается ты следующий. Да. Будем приста собирать. Не, ну сегодня вот и жезлы упали, и ветеринас. Мейнспек, жезл. А сколько он стоит? Я почти не вижу. Так, 1400. 1400, ну нахуй, забирайте. Да я шучу, 468. Блять, ну что ты от него отказался, алло. Правильно, правильно, пусть отказывается. Ты все равно привел раньше. Кто больше? Лена, получается, в приоритете идет, этот, у кого больше? У Лены? У Лены больше всего? Да, да, Лена. У Лены топовый приор там. У Лена, все, я с тобой не дружу. Книга. Адмирал. Да, какой адмирал? Обойдется.
Поменяем больше. Адмирал заберет. Короче, берусь я на ДК. Ты забирай. Леша, я там нажал на какую-то кнопочку. Так, самое топ, ради чего все здесь собрались. Да, давайте. Роль. Саш, не плачь. Пойдется нам. А что уже этот ролл нужно кидать? Вы робите, что я не вижу. Бля, какой топовый ролл А3? О, ёлки. Не смей. Просто не смей. Просто мой. Да, это я не удивлен. У нас всегда такие роллы с того. Кто там выиграл? Сейчас знаете, прикол второй раз. Тимыч. Вроде бы. Да. 99 кинул, вот сука. Нажми мой респект. Фоня, тебе не обязательно респект надо. Че за Джайна будет начислять? Пусть мне не обязательно. Не обязательно. Лена, зачем тебе вард? У тебя там полиролька стоит, да дай мне. Начисли. Сейчас, сейчас, я сама начислю. Подожди, я разберусь сначала с речом. Че тут это кто-то лишний тут? Сейчас она мне ЕП еще резанет. Я короче, тебе Лёха, твои там... ЕП все начислено уже. Там справа баганная штука. Блять, я вот никогда в жизни ЕП не запоминал, но после сегодняшнего... Записывай, старик. Я в ахуе, меня сегодня 4 раза хотели кинуть на ЕП и 50 раз дать ГП. Тебя начислено за лича. Сегодня твой день, что сказать. Кто-то лича записывал? Лена. Сейчас, подожди. Тут тебе пишут. Кыс-кыс-кыс. Кто пишет? Я на умности, кто там пишет, я не накрестил. Сильверадо. А. Тут тебе пишет кс-кс-кс. Ну это нормально. Да, пианиста, там по осколкам что получается? Сейчас получается Фанзера, да, ему там 4 или 5 штук, потом ты, а потом кто? Ну, потом не решал пока что. Пока я еще сам не собрал, чтобы решать кому следующему. А у тебя это сколько осколков? У меня один осколок уже только. Не хочу жесткий. Не, ну извини, блядь. Все, чем богат, тем и рад. Нет, ты так при... А я же хуйня один осколок. Ты привозил, так это круто. Да слышь, нахуй, у меня уже ты чё, я охуел, что я один, ебать. В первую очередь сейчас подобивают те, у кого по 30, по 40 осколков. Все, все свободны. То есть это я и Фанзера, и там еще кто-то один был, у кого 30 осколков. А дальше уже будете вы с нуля. Ладно, хоть ворона полутал. Ну а как там очередь занять можно, нет?